Банковские фирмы Индии избрали Microsoft Azure в качестве своего эксклюзивного облачного партнера. Согласно CoinDesk, Государственный банк Индии, ICICI Bank и DBC Bank будут использовать блокчейн от Microsoft Azure, чтобы размещать ноды, которые будут транслировать транзакции на своих системах распределенного реестра. Первым активным проектом, использующим Azure, станет PrimeChain KYC – закрытый разрешенный блокчейн, построенный компанией PrimeChain Technologies из Мумбаи.